Всем привет, с вами Ангелинка. И Таиська. И сегодня мы снимаем в фиолетовом фоне. Упс, надо это было делать в розовом. Ах, там и голова розовым. Так, почему? Потому что мы сегодня что будем делать? Итак, потому что сегодня у нас кукинг, как вы поняли по названию. И мы будем готовить желе, как вы поняли по названию. Да, мы немного сходим с ума. Так, а еще плюс я расскажу, как готовить желе без всяких, без упаковки желе. Также написано, где все легко. И расскажу, как сделать огромный орбис. Да, Тай? Если вы не знаете, что такое орбис, сейчас мы вам покажем. Ну, это такой маленький орбис и старый, очень старый. А вот тут еще один орбис. Короче, вот что такое орбис. Вопрос, и было... Орбис — это такие водные шарики, которые могут класть в растения. Кстати, они здесь такие красивые у меня. Ну, мы сделаем гигантского. Ну, может, я, конечно, его делать не буду, но хотя бы расскажу. Итак, Тай, ну что, пошли готовить? Го-го-го-го-го-го-го! Кстати, сегодня наступит правосудие. Какое желе будет лучше? Желе это... Желе dr.droyetger. Короче, такое. Или такое. Клубничное. Это два клубничных, да, два клубничных. Если вы будете покупать такие, даже не, если не хотите дальше молить ее, тут сзади написано, как это делать. И на этом только почему-то разное время. На час разменяется. Короче, ну ладно, мы начнем. Как вы поняли, мы будем готовить желе. Из желе. Но желе не за мороженое, так что оно еще в порошок. Как вы слышите. А я вам сейчас расскажу, как сделать самим желе. Итак, что вам для этого надо? Вам нужен желатин и еще вам нужен сок. Любой сок. Допустим, мы возьмем вишневый. А вы разогреваете сковородку, заливаете в него... стакан сока и ложечку желатина. Мешайте это минуты 2-3. И потом выливайте в емкость, например, пластиковый стаканчик. И замораживайте. Не знаю, там уже, смотрите, может час, ну, даже меньше. Оно быстро очень замораживается. Все просто. Все оригинально, очень просто. Это папа футбол смотрит, извините. Ну а сейчас мы попробуем сделать желе из желе. Итак, короче, я поняла. Зачем нам все долго делать, все долго мешать? Сделаем, смешаем эти два желе. Я взяла, короче, вот такую кастрюльку. Она вроде тоже больно. Не очень-то и большая, но вроде и большая, если так близко не огромная. Дайте я сюда. Ну так вот, короче, я смешаю в ней. Короче, сзади написано, что вот для такого пакетика нужен один стакан. Это 200 миллилитров. Да, мы поняли. Давайте булькаем сюда один стакан. Для этого надо 500 миллилитров, да? 500 миллилитров. Значит, два стакана. А тут есть 500 миллилитров и еще стакан. Короче, сейчас разберемся. Мы налили вот так. Вот главное не уронить телефон. Как бы больше 500 миллилитров. Не забывайте про отметки. Надеюсь, вам было видно. Короче, вот если вы будете покупать разные, я вам советую покупать разные вот эти две. Это стоило 100 рублей вместе. Вот, как мы сделали для... Подожди, это вот 500 миллилитров, а для этого 200, один стакан. И мы налили сначала 500, а потом туда один стакан. А теперь мы открываем это и высыпаем сюда. Сейчас ты откроешь и высыпешь. Будем готовить все-таки по отдельности, потому что разные рецепты. Я сейчас отлила, осталось 500. Первым мы будем это. Итак, сейчас мы вот это все высыпаем в эту кастрюлю. Ничего не делаем и хорошенько мешаем. Сейчас Таисия вот эту вот пачку всю высыпет. Таисия, бери пакет и все просто высыпай сюда. Он так сильно запах прям. Короче, вот такая красненькая стала вода. Мешать, Ангелина? Подожди. Тщательно перемешайте. И оставьте на несколько минут. Мешай. Теперь мы это все мешаем. Хорошенько, хорошенько мешаем. А потом оставляем на несколько минут, ну на 2 минуты. Мешаем. Когда желатин набухнет, ставим на плиту. Пока этот желатин набухает у нас уже больше 2-3 минут, мы взяли вот такую малюсенькую кастрюлю. Нет, не самое главное. И высыпем этот желатин. Короче, приготовим его. Итак,
сейчас нам надо налить один стакан воды. Заливаем. Я просто вот тебе могу сказать, знаю, кто может такую бодягу забодяжить. Вот. Очень высокого качества. Теперь сыпать воду, грязов. Содержимое есть, помнишь, упаковки вопрос, вот, и хорошенько перемешивать в течение двух они, минут. Они, короче, сейчас сделали вот у вас везде на прилавках. А нет, сначала вот. Не надо. Короче, мы налили воду и сейчас вскипятим. Ее надо, а потом снять. Вскипятим воду до пузыриков. Только что мы вскипятили, теперь всыпаем вот это желе. И хорошенько перемешивать в течение двух минут. Не кипятить. Здесь оно более розовое, а там было красное. Ну вот сейчас Таисия вскипит со мной. Да, вот как я и говорила, оно более розовое здесь. А то сейчас оно уже становится красным. И мешаем. Теперь ложкой. А мы будем тоже мешать. Таисия, ты обожгешь, убери руки. Она хорошо нагретая, поэтому быстро размешается. Главное, чтобы у вас не испыталось, что это комок какой-то. Так, ну готовим, мешаем. Даже двух минут. Елена, мешай нормально, это все выплескивает. Ага. Уже практически все растворилось. Вот наша розовая вода. Да нет. И мы ее сейчас переливаем в какую-нибудь емкость или формочку. Я буду в такой стакан. Такие пластиковые стаканчики мы вставили для того, что вдруг если вот нет. И мне кажется, на вторую еще хватит. Так что мы сейчас поставим морозилку. Вот на второй тоже хватило. И маленькую упаковку с маленькой кастрюлькой. А теперь берем нашу большую кастрюлю. Да. Плиту и разогреваем. Мы не должны доводить до кипения и все время должны начать. Так бы мы вообще не давали до кипения и все время Теперь осталось разлить по формочкам. Вот мы приготовили два желе, только одна заморозилась. Оно забывается. Моё не заморозилось. Эффектно. Хотя моё не заморозилось. Сделал, да-да-да. Мы немножко этот ключ так вытаскиваем. Может, ты просто не в курсе. Ну как, Таисия, вкусно? Ничего, как в итоге попал, Таня? Очень. Я услышал просто, что кто-то долбится. У нас получилось желе. Какое оно? Это моё. Я оно...